Предлагаю обратить внимание на график фьючерса S&P 500. Как мне кажется, он больше подходит для построения уровней и технического анализа. И в последнее время фьючерс у нас ходил в фигуре сужающегося клина, был пробитие вниз, и сегодня мы вышли из этой фигуры наверх. И, как мне кажется, это довольно хороший сигнал для покупок. Но здесь нужно обратить внимание, что предыдущий хай у нас был на отметке 2965 пунктов, и мы буквально чуть не дошли до нее. Так что наиболее вероятным развитием событий будет ретест этого сопротивления и дальнейший поход наверх. То есть если мы увидим картину, когда мы пройдем вот этот хай вверх, то мне кажется, это будет хороший сигнал, что нужно наращивать покупки на рынке, и в таком случае не исключают того, что как раз к выборам Трампа мы получим обновление хаев на S&P, возможно, даже раньше мы их обновим, потому что, как вы видите, идти до хаев осталось совсем немного. Многие специалисты уже заговорили о 3500 пунктов по индексу S&P. И это сопротивление, которое мы сейчас прошли, оно уже несколько раз подтвердил себя. Вот здесь мы отбились от него и продолжили падение. Также два раза было касание в этой фигуре клин. И сейчас мы наконец-то прошли это сопротивление. И, судя по всему, уже сегодня закрепляемся над уровнем сопротивления. Поэтому в ближайшие пару дней посмотрим, как будет развиваться событие. Мне кажется, все развивается в сторону покупок. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи на этом канале.